Привет, друзья! С вами дневник фэтбайкера. Сегодня замечательная погода. У нас сегодня последний день зимы. На улице плюс. Ой, в смысле, какой плюс? Еще пока минус 5. Солнышко светит. Ночью было минус 25, а завтра уже к нулю. И я решил выехать, покататься, рассказать про велосипед, как он себя провел за всю эту зиму. Накатал я на нем достаточно много. Выездов 10 я сделал. В среднем по двадцатке каждый выезд. Аккумулятор держит, мотор держит, сцепление офигенное. Резину не стер. Выглядит как новое абсолютно. Че, сдувает Престо. То есть, если шреддер держит автомобильный ниппель, то Престо, к сожалению, видимо, там резиночка не очень. И когда недельку велик стоит, начинает подспускать. Тормозов механических не хватает. Аккумулятор у нас 15 тысяч ампер-часов. То есть 30 километров он спокойно выдает. Контроллер урезанный. Где-то до тридцатки. Ну, там 33-35 я могу на нем разогнаться. Больше просто не разгоняюсь, потому что страшно и опасно гонять на фете. Вот так я провел зиму и сейчас поеду покатаюсь сегодня хотя бы пару часиков последних, полностью постараюсь весь аккум израсходовать. Всем привет, катайтесь, пока есть такая возможность.